Все, мы заехали. Пошли на озеро. Расположились вот в этой вот, которая сзади. Приехали мы на влет и попали в сказочный городок, где все пострижено, покошено, все облагорожено. И рай перфекционизма. Да, рай перфекционизма, минимализма и эстетизма. Вон он там на горе стоит, замок. Мы снова на берегу. Вон дальше. А Сашка говорит, что здорово, что ты делаешь. Я тоже так говорю. Мы все так говорим. Вообще, конечно, это такое место, мне кажется, на Земле. Вот мы во многих местах здесь бывали. И нам нравится, да? Да. И мы, скажем так, ну, может быть, ну, понравилось и все, да? А это как раз то место, вот, да, хочется именно вернуться. Это просто эстетическое наслаждение, красота, умиротворение. Вообще классно. Мы для того, чтобы сюда приехать, даже сделали огромный крюк. Огромный. То, чтобы просто заехать. Я очень довольна. Да. Мы отправились в путешествие на остров. Гребец. Молодец. И идем на лестницу. Всем. Точнее, приплыли. И сейчас мы будем уже всплыли. Погнали! О, стой! Oh,
говорил, что он гребет как раб на галерах, но мы этого не видели. Он, в принципе, это не значит как бы. А вообще, вот это приятно. Девушек. Нам нужна левее. Я уплывал. Доброе утро, друзья. И с вами я, Михаил Шилов, автор проекта корректура.ру, Карташилов.ком, Будашин.ру, Будаблог.ру, Макивара.ру. Сейчас утро, на озере блёд. Абсолютно никого нет. Там наверху замок. Сзади меня остров с часовней, а сейчас сзади меня утки пасутся дикие. Сейчас будет хорошая сампробежка вокруг вот этого озера, которое примерно на окружности 5 километров. Вот так говорят, по крайней мере. Я не знаю точно, но проверим сейчас. Вот. И разминка, йога и так далее. Это вообще что-то нечто. И купание вот в этом, в чистейших водах этого озера. Настолько чистая, что прозрачность составляет несколько десятков метров. Это при всем при том, что это пресная вода. Рыбы плавают огромные, красотища, просто немыслимая. Ну все, я на тренировку. Утренняя тренировочка. Так, у нас только что купание состоялось. Да. Значит, прямо напротив того места, где база, где проводят олимпийские самозаплывы, регаты на байдарках. По академической гребле еще. На каноях академической самогребли. Вот мы тут... В общем-то, купались сейчас. Здесь, видимо, какие-то термальные воды. И несмотря на то, что вот оттуда течет горный поток, и там холодно, здесь вода настолько теплая, что ощущение такое, что вот... А где мы были, где теплые воды-то? Где горячая вода-то? В Болгарии, где теплая вода. Здесь прямо теплая-теплая вода. А сейчас утро, нет никого. И что мы сейчас видели? Вот буквально вот от мостка, вот заканчивается Самогимосток, от него метрах в 50, а может быть даже там папа меньше. Там купался. Да. Какая-то рыбина плескалась, по всей видимости, огромный карп, либо сазан. Вот, ну, такая, вот такая, вот такой хвост. Вначале да, увидели мы стоний хвост. Да, а думаю, потом я увидел, да. Уже. Миша не увидел, они, не поверил. О, что такое там, да. Я раз поворачиваюсь, нет ничего. И потом такая ебалда, такая. Здоровый китенок такой вынырнул. Вот, такую рыбу поймать на удочку есть, ну ладно.